Здравствуйте. А можно ваше удостоверение? А зачем оно вам? А зачем вы это делаете? Так, для себя, для видеоблога. Сосиски всегда у вас свежие? Ну, и сальцо. Смотрите. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем мощную серию выпусков «Донецк от первого лица». Эта рубрика всегда у меня в топе. Сегодня мы отправляемся в один из магазинов города, где я вам покажу цены на продукты питания. Также не забывайте смотреть плейлисты о жизни в Донецке. Там есть много чего интересного. В общем, с вас, как всегда, любой креативный комментарий под этим видео. Я жду максимального распространения этого видео в соцсетях. Чем больше ваша активность, тем быстрее выходят видеоролики у меня на канале. В общем, что говорить? Погнали скорее в магазин. Так, ну что, залетаем в этот магазин. Гуляш 289, индейка 249. Индейка бедро 319. Мясо всегда свежее. Здравствуйте. А можно ваше удостоверение? А зачем удостоверение вам? А чего? Нельзя? А почему? А зачем оно вам? А зачем вы это делаете? Так, для себя, для видеоблога. Донецкий блогер. Ну, я поняла. Ну, вы представитель газеты? Нет, я свой канал на ютубе. Все хорошо? Да. Все хорошее, да? Ты знаешь, да, видеоблогера? Меня многие знают. Я число этих многих не знаю. Так, надо интересоваться. Так, теперь здесь сухари, хлеб. Я видеоблогер, у вас какой-то канал на ютубе. Спасибо. На здоровье. На здоровье, да. Спасибо. Я знал. Это хлеб по 20, 19, 24, 10, 21. Так. Виконста. Виконста. То есть сыры, выбирай, что хочешь, лишь бы были на это все деньги.
Сосиски всегда у вас свежие? Конечно. Ну, и сальцо. Смотрите, по 190. С чесночком и зеленью. А это уже с такой хорошей прорезью. Говядина 424, окорок, буженина. Молоко литр, Добрыня 75, Свежие новости 78, Простоквашино 73. Мороженое и полуфабрикаты. Пельмени, вареники 75, пельмени 133, ну и мороженое 37, пломбир обычный 29. Это у нас уже фрукты. Так, и рыба. Путасу 78, хэк 228, навага 165, мясо мидии 378 рублей за килограмм, мороженое, скумбрия 210, селедка по 110. Также есть еще вкусняхи для пива.
вот и подошел к концу этот видеоролик. Ребята, пишите ваши комментарии, обязательно сравнивайте цены с вашими городами, а также что меняется, в лучшую или в худшую сторону. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.